Приветствую всех на моем канале Скорпион ТВ. В сегодняшнем обзоре монеты Украины, а точнее коллекционный набор, посвященный 25-летию денежной реформе в Украине. Это будет короткий обзор по проходам на сегодняшний день. Прежде чем я продолжу, я хочу напомнить, что на моем канале уже есть видео относительно наборов монет Украины, в котором я рассказал по стоимости наборов от 2020 года до 1996 года. Поэтому всем, кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании. Вернусь к теме обзора. Коллекционный набор монеты Украины, присвященный 25-летию грошовой реформы в Украине, был анонсирован 15 сентября, буквально чуть более месяца назад, Национальным банком Украины. Всего было выпущено 20 тысяч таких наборов. Цена каждого по Национальному банку Украины 416 гривен. Приобрести коллекционные наборы можно было в интернет-магазинах Нацбанка или через банки-дистрибьюторы. Это Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и Таскомбанк. В набор входят монеты 10 копеек, 50 копеек, а также монеты номиналом, гривневым номиналом, это 1 гривна, 2, 5 и 10 гривен. А также юбилейная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы. Здесь образцы предыдущих монет, ну и текущих. А также гривна, киевская гривна. Так вот, многие, скажем так, сейчас те, кто коллекционируют, задались вопросом относительно, сколько же может стоить данный набор. Я хочу сказать, что большинство называют цены от 800 гривен. Да, первоначально, когда начал продаваться сам набор, я по образцу, по варианту, скажем так, всем известного ресурса Виолити, на который все, скажем так, делают акцент, вот, могу показать, что, допустим, первые продажи, это вот 22 сентября, стартовали с 850 гривен. Как вы видите, этот набор буквально вот еще даже 19 сентября продажа за 800 гривен, то есть около 800 гривен, 770 гривен еще до конца сентября цена держалась. И, как показывает практика, скажем так, появился новый набор. Он заинтересовал, естественно, коллекционеров украинской нумизматики. И спрос, естественно, был большой. Но затем спрос значительно снизился за счет того, что продажи их появилось все больше и больше. На сегодняшний день цена даже не набирает 600 гривен. Я покажу вам просто вот, да, реальную цену за 800 гривен. И вот последние продажи такого набора 18 октября 501 гривна предложили за такой набор. 501 гривну предложили за такой набор. Естественно, это продавца не устроило, потому что, ну, видели, да, предыдущие продажи. Вот аналогичная ситуация, когда в тот же день другому продавцу предложили 542 гривны, даже на 42 гривны дороже. Но все равно продавец установил резерв, который тот не достиг. Ну и вот реальная продажа годом, днем ранее 557 гривен продажи. То есть цена, как мы понимаем, что около 505 гривен, это реально. Вот еще продажа в тот же день такого же набора за 557 гривен. Ну и вот буквально совсем свежая продажа 21.10 за 555 гривен. Я вернусь, еще раз покажу вам просто то, что реально продается. 20 числа 530 гривен и 16 числа 531 гривен. То есть на сегодняшний момент стоимость такого набора стоит порядка 550 гривен, не дороже. То есть это по сути, скажем так, если же купить его действительно через дистрибьюторов, полно округлим до 450 гривен, то это, скажем так,
Заработок для тех, кто хочет заработать на этом, будет составлять не больше 100 гривен. Ну, не учитывая даже комиссионный, который также есть на том же ресурсе Виолити. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Обязательно отметьте его лайком, кому понравилось. Ну и, конечно же, напишите свое мнение в комментариях относительно реальной цены продажи этого набора. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания.